Держи видеокамеру, она привязана, ты просто держи ее, чтобы видео было. Вдруг чего? А если я ее уроню, она ничего? Она привязана, ничего. Ты не уронишь ее. Слушайте, мне уже страшно. Мы сделаем один шаг вперед, ага. Потом крыло начнет подниматься, потянет нас назад. Я вот так вот, типа, так вот не так? Надо. Или как? Наоборот, наклонись больше вперед, ага. Чтобы ты двигалась назад, а не падала. Потому что если ты вот так ровно станешь, то тебя только потянет, ты и упадешь назад. Ага, подождите, вот. Еще раз. Мы сейчас делаем один шаг вперед. Пару шагов назад и полетели. Ага. Главное, шага. Не садись, будь на ногах. Сейчас все время на ногах? Да. А потом вы мне скажете, когда? Да, оно да, у меня есть. Само посадит, оно да? Оно само посадит, да. Да. Что, пару начало? Шагов вперед. Легче, чем кажется. Ой. Все, садись. Классно! Ну что, страшно? Нет, вообще классно! О чем речь? Блин, вообще не страшно, главное не упасть! Я говорил, что эта зона комфорта продолжается. Блин, здесь, как здесь круто! Здесь комфорта нет. Божечки, как красиво! Слезки подтекают. Не укачивает? Не, вообще отлично. Сейчас немножко будет впереди, здесь турбуленция всегда. Это ага. То есть не волнуйся, нас вверх-вниз должно поднимать, опускать иногда. Не, вообще не страшно. Божечки, как красиво, как будто я летаю на квадрокоптере. И водой тут какие озера, и вот это падальки. Вообще, как красиво. Мне не верится. Подъемчик пошел. Ага. Божечки, как красиво. Блин, это вообще не страшно. Американские горки! Выше, потихонечку. Они так рядом возле нас летают. Говорю, возле нас так рядом летают. Нет. Не укачивается? Да? Не, а вообще ну, все ладно, отлично. Сейчас полетаем.
говорится. Что я так высокорена. Веселее, когда выше. Ну, не знаю, смотри сама, если захочешь, то можем потихоньку вниз лететь. Ну, как бы все время есть еще. Страшно. Не волнуйся, все полностью контролируемо. Эти подъемы я специально держусь, чтобы вниз лететь, чтобы выше подниматься. Потому что если нет этих подъемов, этой вот турбуленции, то мы постепенно снижаемся. И тогда сядем. А чтобы не садиться долго, нам нужно